Песни у костра – челлендж для всех. Для участия понадобится немного. Костер, любимая песня и видеокамера. А в качестве аккомпанемента можно использовать гитару, баян и даже ложки или кастрюли. Оригинальность приветствуется. Также нефтеюганцев приглашают отпраздновать день рождения Нептуна. Мы предлагаем немножко, так сказать, поиграть, пофантазировать и сфотографироваться в образе Нептуна. Главное, чтобы была вода. Если есть озеро, это может быть озеро, это может быть бассейн на даче, это может быть даже тазик или ванна. Все что угодно. Главное в образе. Мы задобрим нашего морского владыку, и он нам подарит еще больше теплых солнечных дней. Следующий проект направлен на борьбу с наркоманией. Участникам необходимо написать на ладони «Я против» и сфотографировать. А если у вас есть забавные фото вашего ребенка, то челлендж «Хочу в детство» точно придется по душе. Сфотографировать своего ребенка в какой-то момент, чтобы это было эмоции, мимика, что-то такое интересное. А потом скопировать, то есть взять и самому изобразить себя в том же образе. Можно даже использовать похожую одежду, движение, мимику. То есть и две фотографии разместить вместе, то есть ребенок и родитель. С любовью для тех, кто не уезжает из города, культурно-досуговый комплекс не даст заскучать нефтеюганцам. А как планируют провести июль жители города? Я в отпуске. Только начался вот с понедельника, и все планы у меня впереди еще. Еду в гости в Новосибирск к дочери. Ну, у меня врач, кардиолог, работает с тяжело больными. Я очень рада, что она вот у меня в августе выходит замуж. У меня палисадник маленький, цветы выращиваю красивые. Укроп, петрушку, цветы, флокусы там, всякие в общем. Гладиолусы, очень красивые. У нас всегда одинаковый режим. Гуляем, спим, отдыхаем, поэтому у нас особых таких планов нет. Все в городе будем находиться. Проекты как раз позволят разнообразить будни нефтеюганцев. Кстати, здесь возрастных ограничений совсем нет. А работы можно отправлять на электронную почту учреждения до конца июля. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».